Запись пошла. Угу. Два сантика тиран ривер. Стандартная ерунда. Да. Обалдеть, он меня схватил прям в здании. Первый раз вижу такую тактику. Куда бежим? Я предлагаю дальний угол. Давай. Спалились. Ну ничего. Точка, ты прыгай вниз. Осталось. Нет, я стою так, чтобы к вам спрыгнуть. Ох ты, зараза, схватил таки. Лечусь. Как ты меня успел первым сделать? Надо брать что-то. А чё молчишь-то? Извини. Я, видимо, у точки самое главное брать. Как-то он меня очень любит. Нет, молодец. Не только меня. Отлично. Иду лечиться. Прям над тобой дрянь. Я понимаю. Мне надо вылечиться. Как ты ей попадаешь? Я в таких сетапах вообще не могу попадать этой дряни. Черт. Да как он меня ловит-то все время, слушай? Ты что-то так, с чем-то ловит, вообще. Ловит он хорошо. Они по очереди меня, короче, таскают. Неправда, меня тоже. Нет, я имею в виду, меня один схватил. Я упал, меня сразу же схватил второй. Лучник, что ли, брать? Ой, еще и дезивер появился. Нежданно, негаданно. И чё, долго вас ждать? Как он в меня попадает? Добивайте, добивайте. Тут дрянь. Я тварь, страйка сдох. Офигеть, ведьма. Молодец. Какая красавица. Либо беги в нашу сторону, либо прячься. Не могу, на меня уже охотятся.
Видите, ждать дизельер к вам идет. Ага. А как ты мне так хп-то размотал? Заряженные атаки твою дивизию. Я в тебя не попадал. Ну то давай начинай уже попадать. Ты сейчас проиграешь. Я не знаю. Нет. Я знаю, в чем проблема. Это что? Во что ты только что стрелял? Сентинела. Зато вылетел. Вот здесь ревер. Угу. Либо вот здесь, не знаю. А вон дезивер. Ну? Ривер, вот он. Mm-hmm. А вот дезивер. Да как ты меня схватил? Я ведь... Ладно, я труп. Ох, как я люблю летунов. Собака. Зараза, чуть-чуть не хватило. Откуда ты взялся? Вот жрет собака. Я тоже полетел. Замечательно. Пошел ты, летающая дворняга. Да чтоб тебя. Да и меня опять унесли. Они морят. Два человека тащат. Тащите дальше. Я постараюсь поменьше сливаться. Да как они заколебали меня таскать. Ты давай кончай ныть. Начинай играть. Отлично. Красавчик. Иду, 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 живите. Так, теперь надо не слиться три раза и убить одного. Дезивер бежит. Видимо, ко мне. Зараза.
засранцы. Мне придется прямо освоить этот летающий класс, как бы мне он не нравился. Так, понятно, место не для тирана. Два профита, это нам будет тяжело. Они все на это на мостовую побежали. Кстати, забавная конструкция, интересно, для чего она вообще сделана. Ого! Какие ребята веселые. Ох ты ж как! Удачно у них получилось. Что-то мне кажется, у них профитов больше, чем два. Как-то они резво так появились на том же месте. Мне так зато профитов хорошо играть. А черт, уходит. План капкан сработал. Черт. Не торопись. Хорошо. Ждись всех. Это порой я не понимаю, как на меня набрасывают эту дрянь издалека. С какого далека плотный бой? Нет, как они координируют это? Вы там такой замес устроили. Тебя набросил тот, которого ты бил. Да, я бил лучника. Охренеть. Промахнулся с гранатой. Красавчик. А все, всех убили. А, ну. Я в заборе застрял. Я тебе труп придержал.
Спасибо. Сейчас подыграем. Ой, да она фульная была. Она последний был? Промахнулся. Что там, они все вылетели? Да. Ну, не все. Одного убили. Ох ты, там их две. Где там? Подо мной. Да чтоб тебе, где ты застрял? Да нет. Алхим на меня согрелся. Блин. Летун у нас что-то вообще нагибается нещадно. Поэтому летуна я и не беру, потому что не умею. Научусь, буду брать. Да ну. Идите, ладай. У меня все нормально с ХП. Ты всегда так говоришь, ну смотри. У меня реально все нормально сейчас. Летун пусть жрет. Блять, как ты узнал? Короче. Они наверху. Да. Ой, какие молодцы все. Просто ратом. Я могу спокойно пожрать. Блин, вот я лох. Два лучника.
Я где-то с лучником рядом. Не вижу его. Вот лучник натянутый. Что ж, все в одном месте собрались. Да, да, постреляйте. Пока.